Добрый день, друзья мои! Сегодня мы находимся в Москве, в Строгино, на знаменитой Строгинской пойме. Погода сегодня, я бы не сказал, что очень хорошая, прохладненько, тучки есть, может быть будет дождик. Но довольно комфортно. И сейчас я попробую, поставил свой отводной поводок, как обычно. Может быть поставлю еще вертушку, потому что здесь мои любимые места, я знаю, где есть ямки. Но здесь песчаный, на отводной поводок еще замечательно. Рыбы здесь много. На спиннинг я здесь ловил всегда окуней, щуку, жерех, судак. Причем судак здесь водится крупный. Итак, я начинаю. Да, должен напомнить вам, значит, что сегодня я взял спиннинг с тестом 3.15. Сделал я это для того, чтобы можно было половить здесь не только на отводной поводок, ставлю груз до 18 грамм, но чтобы можно было спокойно половить на мои любимые вертушечки, от 2-3 граммовые. Поэтому я взял такой спиннинг, длина 2.7, тест 3.15. Я-то думал, что кто-то серьезно. А было приятно тащить? Так, вот сейчас я хочу немножко попробовать половить на вертушечки. Вот поставлю любимый мепс 2-граммовый. Мой любимый бронзовый мепс. Сейчас мы попробуем половить, покидать вот в этом заливчике. Эй ты какой! Ты попрыгунчик. А вот он. Вот наконец-то в Строгино на отводной поводок попался окунь. Красавец. Да что ж ты такой шустрый? Вот и второй. Симпатяшка. Сквозь траву. А, зеленый лаки тоже. Вот так вот. Ловить очень трудно. Пойдем дальше. И каждый раз огромный пучок травы тащишь. Thank you.
попался. Дорогие мои, на этом я заканчиваю рыбалку. Провел я в Строгинской пойме часа 4, наверное. На отводной поводок попалось несколько окуней. Вот. А вот здесь, в этом приятном заливчике, я поставил вертушку, и мне попался жерешок замечательный. Рыба плещется, погода замечательная, поднялся сильный ветер. Ну, как обычно, вот сейчас получился обрыв. Оборвал леску с вертушкой, ну и решил на этом завершить сегодняшнюю рыбалку. Она получилась удачной, я считаю. Я сегодня получил огромное удовольствие, потому что предыдущая рыбалка на москварике не принесла никаких результатов. Хоть и было тоже интересно, а здесь просто было замечательно. Так что смотрите мой канал. Всего доброго, счастливо. До встречи.